Распаковка для магазина Розетка.ua. Заранее сори за дрожание, снимаю без стадикама. Хочется посмотреть. А стадикам не здесь. Так, маска сварщика от компании Vitals. Такая вот коробочка. Информация на коробочке. Кому интересны характеристики, можете зайти на официальный сайт или на Розетку, либо остановить видео и посмотреть. Так. Так, еще сверху. Куча надписей, куча кнопочек. Еще не разбирался, потому что так, смотри, что у нас еще. Еще у нас головник по тактильным ощущениям, то такое мягенькая резина. Должно быть хорошо. Так, мягенькая на саму голову. Так вот оно все выглядит. Так, инструкция. Инструкция, я так понимаю, это запасное стекло. В коробке ничего нет. Больше в коробке ничего нет. Так, детально. Так, что у нас внутри? Внутри у нас, я так понимаю, два места под батарейки. Два отсека. Батарейки в комплекте есть. Батареечки у нас так отсвечивает. Малак CR2450. Я так понимаю, они одинаковые там в отсеках. Да, две одинаковых батареечки. Есть боковые окошки и центральные. Фокус. Так, внутри по управлению ничего нет, все вынесено наружу. Есть защитная крышечка, что есть неплохо. Я сниму пленочку. Так, вот здесь все регулировочки, настройки. Они прикрыты крышкой. Крышечка на шарнирчике. С одной стороны, наверное, во время работы это не сильно удобно, если что-то надо подрегулировать. Но с другой стороны, настроил, закрыл, одел и все, и работаешь. Так, как видно через боковые. Сейчас тут отдираю пленочку. Ага, изнутри ее оторвать не так-то просто. Сейчас я приостановлю, поснимаю пленки и постараюсь показать, как через него видно. Продолжим. Пока отключался, прицепил изголовье. Я немножко ошибся, вот это, чтобы под глаза не попадал. Пока что все очень даже ничего. На голове сидит неплохо. Есть куча регулировок. Вот эти вот две дужки под голову регулируются. Можно чуть ближе, чуть дальше. Вот здесь вот эта кнопочка и вот этот вот механизм, он двигается. Можно чуть ближе, чуть дальше от визора. И регулировка опускания маски, что довольно важно, так как бывает, что когда киваешь, чтобы она опустилась, то она опускается ниже и через визор потом плохо. Ну, я думаю, тот, кто варит, тот меня поймет, о чем я. Здесь есть ограничитель. Так, 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 так. Попробую показать, как оно выглядит через визор. Снимать пленочки не очень удобно. Так, вот это передний. Все отражается. Сейчас так разверну. Есть функция для шлифовки. Гринд. То есть можно переключиться и работать со шлифовкой. И, соответственно, по комплектации. Сейчас сразу говорю. Есть внутреннее. Вот оно, одно внутреннее. Запасное и раз, два, три, четыре внешних запасных, именно пластиковых. Менять его не очень удобно, тут пришлось снимать, чтобы снять пленочку, и одевать его не очень удобно, но в целом это не есть критично. Я думаю, из-за того, что можно с ней шлифовать, поэтому и запасных столько положили. Так, что еще, что еще, что еще? Так, попробую на зажигалку, не знаю, сработает, не сработает.
Я сейчас вроде по максимуму выкрутим. Будет видно, не будет. Да, не будет видно. Это в идеале надо. Да, отрабатывает. Сейчас на максимум выкручено. И он даже на огонь отрабатывает. То есть, в целом, все сделано неплохо. На голове сидит очень даже ничего. Сейчас. Вот этот механизм работает хорошо, не как на китайских, что он заклинивает и потом тебе и волосы выдирает, и все остальное. Что еще такого добавить? Там, в общем-то, все. Так-то надо тестить в самой, ну, когда варишь, вот через бытовые. Тоже, как видно, они такие не супер прозрачные, но достаточно, чтобы увидеть какое-то препятствие или как кто-то подходит. Вот как-то так. Все, всем спасибо за внимание, всем добра.